Приветствую вас, дорогие мои пчеловоды, критики мои, которые, где-то помогают мне. Катюш, здравствуй. Ты уже собрала семьи к медосбору, а я вот только собираю. И в этом обсуждении, наверное, будем вместе собирать. Кто-то еще поучаствует из друзей. Пчеловодам с Урала привет. Всем хорошего года вам. Ну и нам, надеюсь, у нас все замечательно. Вот пошел кипрейчик потихонечку. Ну, а это, наверное, начало главного взятка. Вот у соседа у меня там есть контрольные кипрейчики, которые пошли. Да, и, в принципе, ребята на форуме говорят, что пошли привесы. Такие небольшие. Ну, давайте смотреть. Дымарь разведен. В принципе, все подготовлено. Одеваемся. Я, наверное, переключаю вот на эту семью, которая была у нас в роевом состоянии. Она была. Вот я ее пересажу, потому что я один. Мне тяжело этот улеек таскать. Вот, я ее пересажу в маленький улей, и все, что можно забрать, я у нее заберу. Ну что, погнали, сегодня поработать надо много. Ребята, кстати, всем удачного медосбора. Вот, очень хороший. И если июль не испортится... Значит, будем надеяться, что все пойдет у нас по плану. Блин, может быть, как-то подальше поставить. Я просто первый раз пользуюсь штативчиком. И мне, кстати, еще надо поддон освободить. Потому что я буду перестрелять сюда отводок. Видео будет долгое. Видео будет долгое, так что погнали, поработаем немножко, подготовим семейку и отводочки. Ну, как сказать, это отводочки. Я им оставлю, они до осени сами себя подготовят. Вот где-то я помогу стиропчиком, но меда от них уже... Конечно, не будет. Но это запас на следующий год. Какая-то база для пчелов. Кстати, посмотрим, что они с кормушкой сделали. То я эту кормушку рекомендую. А... Так, они не взяли у меня. Не взяли, значит, есть взяточек. Они у меня не взяты. Ой, какая красота-то, а. Как они вот строят. Как мне нравится, когда строят рои. Сейчас покажу. Я где-то разрезал их, но не очень сильно. Так, давайте, девочки, я с центра начну. Строили. Тут у нас есть засевчик. Давайте. Раз. Тут у нас подлито. Тоже рамочка отстроена. Вторая. Просто замечательно. Вот тут печатный расход, и они опять не маточники наложили. Ну, это хорошо, маточнички хорошие. Я опять эту рамочку возьму. Вот, видите, маточники. И, слава богу, соберу молочка с них.
И эту рамку я все равно, я ее заберу с печаткой. Вот тут опять маточники, я ее заберу с печаткой в отводок. Так, наверное, я даже вот так вот сделаю. Ой, как подлили-то они хорошо молочка. Ну, слава богу, так, это переносной ящик поставим. Ну, потом соберем. Потом соберем. Что они мне тут еще наделали? Тут у нас она отстроена, спирги немножко есть, тоже сюда ставим. Тут у нас отстроена, ну они мне сколько, 4 рамочки уже сделали. Так, тут они не строят. Эту рамочку я забираю отсюда. Так, там в принципе есть у них. Эта рамочка с кормом. Ну пойдет. В принципе, здесь сейчас. Да нет, уже не молодая пчела. Вот расплод, если вышел, тут какой-то, ну, много молодой пчелы. Вам видно? Много молодой пчелы. Пчелы вот много прилетает, летный. Так, эту рамочку поставим. Вот тут у нас хорошая рамочка с кормом, темная. Все. Это замечательный отводочек. Все, я его закрываю. Закрываю. И уношу в сторону. Все. Понесу я его. Вот туда я сделал. Там сходнички специальные под отводки. Если кому видно. Вот, поставлю я его метрах в 7-8. Вот. Все, пчела прилетает. Этот улей я убираю. Вообще, ну я сейчас его уберу, потом разберусь с ним. Все. Этот отводок я унес. Теперь мне нужно убрать вот этот улей, чтобы вся летная пчела ушла. Потом я уже разберусь. Я сейчас в бардак наведу, конечно, но потом это все соберется. Ой, ой, значит, какие тяжелые-то. У меня в улье осталось очень много молодой пчелы. Я пока его отставил вот туда. Сейчас я разберусь с этим, а потом уже буду колдовать.
дальше. Так, что мы делаем дальше? Теперь я переставляю вот этот поддон. Чтобы, соответственно, мне поставить вот этот синий улей, его сюда. И, наверное, я сразу с ним и займусь. Мне вообще интересно, что там происходит. Вот пчелы летит много. Вот. Сейчас такая, как ребята говорят, сиеста. Это правда, кстати, с 4 до 5 сиеста. Вот. И давайте я его переставлю сразу на поддончик. Так будет виднее. Пчела пойдет. Молочко, блин, мне еще собрать надо. Так, ребята, ну что? Кажется, все видно. У меня там ващинка есть еще сейчас. Ну, посмотрим, тут по силе что. Я не смотрел его, не знаю. Вот. Так, вам все видно. Мне интересен, в принципе, первый корпус. Ну, мне оба корпуса интересны, но давайте мы посмотрим. Сначала первый корпус. Ну, в принципе, я, наверное, сразу его буду комплектовать, что там есть. И переносим вот этот улей сюда. Так, вам все видно. Так, все, он стоит почти на месте белого. Ну и посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, ну, сейчас будем комплектовать, смотреть. Мне, в принципе, и второй корпус нужен. Лощинка строит лощинку. Пусть она будет. Так, нет, вытаскиваем. Неужели? Тут открытый расплод. Тут печатка. Вот эту печатку я оставляю здесь. Эту тоже оставляю здесь. Вот так сюда долой. Вот тут тоже печаточка. Тут тоже немножко печаточки, свежие рамки в центр. Вот, ну тут. Я вот не вижу, лупу не взял, вернее всего, что здесь сосед. Тут печатка и подлита. Тоже здесь. Еще у нас здесь перга. Я ее заберу наверх. Эту рамку я вообще долой. Она пойдет наверх. Так. Печаточка. Раз. Печаточка. Два. Печаточка. Три. Печаточка. Четыре. Печаточка. Пять. Так. Давайте смотреть, что у нас во втором корпусе. Надо там печатка тоже должна быть. Так, вам видно, нет второй, а нет, вот второй корпус. Так. Вот эту печаточку я тоже
ставлю сюда. Это 6. Это 7. Ну, как? Ну, это матки пока сеять. 7. Ну, тут на выходе. На выходе печаточка. Давайте тоже рамка чистая. Поставлю сюда. Так. Что у нас дальше? Вот тут еще есть печаточка. Вот. Еще печаточка такая вот. Тоже она, рамка хорошая, чистая. Поставлю ее в гнездо. Так, а что у нас здесь еще осталось? Перга здесь расплод высший. Так, с этим, наверное, пока... А, нет, вот еще тут рамочка есть, печатка. Ну, пойдет, я думаю, да? Рамка чистая, хорошая. Так. Здесь у нас... Здесь они чуть-чуть подлили. Но это неинтересно. Так, и у нас, кажется, расплода у нас здесь больше нету. Да, расплода у нас здесь больше нету. Ну, вот маленькие пятачки, они, в принципе, не нужны. Так, ребята, дальше. Я пошел к следующему отводку, вот к тому. Так, вот так, наверное, обзор виден весь. Что здесь происходит сейчас, на данный момент. Я постараюсь побыстрее, просят видео, чтобы было не так долго затягивалось. Здесь я поступлю немножко по-другому. Ну вот здесь пчелы побольше. Так, давайте смотреть. Рощину отстроили. Замечательно. Спасибо, девочки, вам. Я вам сейчас верну. Печатка. Замечательнейшая печаточка. Так, ничего не здесь. Не хулиганите. Чтобы матку не искать, я спрессую. Тут рамочка отстроена, я думаю, что она засеяна. Великолепно отстроена и засеяна. Вот и маточка здесь на рамке. Я даже заберу вот этот расплод, маточку сейчас обратно. Блин, далеко идти до камеры. Такой бардак. Давайте. Маточку отпущу обратно. Молодец, молодец. Вот ты красавица. Рассеялась ты. Рассеялась ты. Молодец какая. Блондинка. Блондинка, я ее пометил. Вот она. Так, давай-ка. Иди. Все. Все, мамка ушла. Эту рамку я забираю тоже с печаткой. Так. Наверное, все, что мы здесь можем забрать. Строительную рамку я ставил, хотел трутневого. Нет, тянут трутня, тянут, слава богу, хорошо, пусть.
будет. Так, ну вот тут еще печатный расплод и рамка такая она. Грязненькая, струтневая, им как раз под корм, чтобы они раздували. Ребята, а как вы вообще считаете, вот хочу услышать мнение и начинающих, и профессионалов. Вот такая семейка. Так, вот это еще сюда расход. Тут и открытые есть, и все. Ну что, здесь 12 рамок. 12 рамок, и у меня еще есть две рамочки вот здесь. Раз, и там с маточным молочком. Так, давайте я сейчас что сделаю. Я соберу вот это все хозяйство. Что сунуть-то вам, а? Чего сунуть-то вам, а? Нате тоже. Нате тоже. Так, а это я... Вот, сейте здесь, разбивайтесь. Стройте. Конечно, ребят, вы не думайте, я не оставлю это вот так, в таком бардаке. Я потом переберу, постараюсь показать. Это только пока. Так, ну что, это хозяйство я тоже закрываю. И тоже уношу его вот сюда, на те сходни. Mm-hmm.